Противники вторжения России в Украину вышли к Белому дому. До 24 февраля у нас была вполне счастливая жизнь. Никто и не думал, что так может произойти, и так перевернуться вообще наша жизнь и жизнь каждого украинца. В ходе акции активисты поблагодарили Запад за поддержку Киева. По-перше, ми зібралися відсвяткувати 31-ю річницю незалежності України. По-друге, ми хочемо подякувати усьому світові за те, що вони підтримують нас, нашу українську державу, наших людей у ці важкі часи. Собравшиеся подчеркнули, что украинцы не хотят русского мира, а хотят жить в свободной стране, течение жизни в которой разрушило вторжение российских войск. Люди не хотят России, не хотят русского мира. Они хотят жить своей свободной жизнью.